Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Наталья. Вот такой красивый тортик я сегодня сделала. Торт без выпекания, с черешнями. Поэтому подготавливаю черешни, режу их на две части и засыпаю их сахарной пудрой. Так они пустят сок. И этот сок потом мы найдем в тортике. Сейчас форму застилаю пищевой пленкой и выкладываю ее печенье. Еще измельчаю печенье и смешиваю его с йогуртом. Не использую сливок, сметаны. Йогурт низкой жирности вполне подойдет. Это основа моего тортика. На самый низ формы выкладываю черешни и на него измельчаю печенье с какао. Если вы найдете печенье с шоколадом, будет еще вкуснее. У меня не было, поэтому я использовала просто печенье с какао. Теперь черешенки наверх. Как говорится, что мы положим в тортик, то мы потом в нем и найдем. Теперь слой из печенья с йогуртом выкладываю на мои черешенки. Хорошо его разравниваю. Слой за слоем собираю мой тортик. Печенье по бокам заберет из йогурта еще влагу, пропитается. И от этого тортик только выиграет. Следующий слой – печенье. И на него черешни. Черешни пустили сок и пропитывают теперь мой тортик. Уверена, будет вкусно. Снова йогурт с печеньем. Еще один слой, небольшой. И на самый верх печенье. Это будет основание тортика, его низ. Все, закрываю пищевой пленкой и я оставляю в холодильнике на ночь. Так любопытно, что же там у нас получилось. Вуаля, перевернула, все хорошо. Открываю его, какой аромат. И начинаю украшать мой тортик. У меня есть арахис, если у вас есть другие орешки, украсьте по своему вкусу. Теперь шоколад я растопила со сливками и заливаю слегка мой тортик. Вуаля! Смотрите, какой красавчик! Приятного аппетита! Пока-пока! С вами была ваша Наталья.